большое спасибо, Сергей Васильевич, что сегодня в Русской христианской гуманитарной академии мы смотрим ваш фильм «Волок, сны о дороге». Будем его обсуждать и о русском пути поговорим. Вот как вы считаете, если не географически, а так метафорически, действительно существует русский путь цивилизационного развития? Вы знаете, так много копий на эту тему сломано, что я... не рискую здесь что-то новое сказать. Мне кажется, что есть, как это как когда-то Гоголь писал, да, в своих ранних произведениях о том, что ландшафт формирует душу народа. А вот, и мне кажется, что вот, наша территория, наша земля, она, собственно, и формирует душу той нации, которая на ней существует. Ну, экономисты это называют географический детерминизм, то есть когда, так сказать, вот то, где живет человек, формирует его характер, его менталитет. Скажите, а все-таки вот со времен Петра Первого, да, говорят об особом пути России, как вы считаете, существует вот особый путь России цивилизационного развития? Или мы догоняющие такая цивилизация? Да нет, мне кажется, что мы... идем как бы своим путем, какой-то особым его назвать я бы тоже не назвал, но в общем он путь развития, может быть, мы каким-то образом чуть отстаем, так сказать, да, от современной европейской цивилизации, ну, на то есть тоже свои причины, но тем не менее развитие идет, как мне кажется, вполне себе в цивилизованном формате. Вы считаете, что мы европейская цивилизация или евразийская, или азиатская? Ну, я собственно, себя ощущаю все-таки ближе к европейской культуре. Ну, это я лично, да. И я думаю, что, в общем, большинство, так сказать, людей, которые формулируют здесь какие-то смыслы, уже очень давно, а они все равно напитаны в основном европейской культурой. Вот о смысле. А как вы считаете, все-таки вот о смысле России? В чем смысл существования России? Есть разные мнения. Нет, я не знаю. Это уж очень, очень сложно. Ну, а смысл жизни человека? Да, еще сложнее. Это каждый конкретный человек. Ну, а вот для вас вот в чем? Вы художник, режиссер. Да, ну, для меня существуют какие-то... каждый конкретный там момент, период жизни у меня существуют какие-то разные смыслы и цели. Поэтому все это под какой-то знаменатель подвести, я не знаю, это наверное, уже итог какой-то в конце будет подведен. Ну и финальный вопрос. Вот как вы считаете, все-таки какое будущее нас ожидает? Как художник, вот интуиция художника вам что подсказывает? Мне подсказывает, что мы прорвемся. Вот мы сегодня в киноклубе Русской христианской академии будем смотреть фильм Сергея Васильевича Карнашова «Волок, сны о дороге». Будем говорить о русском пути. Вот как вы считаете, существует ли вот этот специфический русский особый путь цивилизационного развития? Я считаю, что у каждого народа существует свой особый индивидуальный путь, в том числе у русского народа, безусловно. Свой путь существует. И куда нас приведет этот путь? О, это никто не знает. Ну, ни я, ни вы, никто. Ну, сейчас существуют такие два больших проекта. Западный, так сказать, проект, это, так сказать, либеральный, и коммунистический проект Китая. Вот к какому проекту мы сейчас склоняемся? Не, у нас свой личный суд, индивидуальный. Ну, а в чем вот наша такая особость, отличие? В чем наша отличительная черта от западного и восточного человека? Ну, может быть, православие, не знаю. Ну, а лично, характер. Может быть, мы меньше боимся смерти, может быть, больше любим Бога. Я думаю, что не больше, не меньше. Я думаю, мы примерно одинаково находимся в одном примерно срезе. Но вот по вашему ощущению художника, творческого человека, какое будущее нас ожидает? А какое будущее нас не ожидало, слава Богу за все, оно будет наше. Вот как вы все представляете, существует ли вот этот самый русский путь, особенный путь? Нет. Или, я еще даже не задал вопрос. Я уже понял, нет. Не существует. Нет. То есть что Россия – это европейская догоняющая модернизация? Россия – это азиатская страна. Азиатская. Как мне кажется.
Ну вот со времен Петра Первого, когда он начал свои европейские реформы, стали говорить, что Россия какой-то свой особый путь. Вы не согласны? Нет. Мне кажется, ну а куда нас приведет? Куда нас приведет русский путь? По-моему, мы вертимся по кругу. То есть на новом витке спирали, да? Все то же самое, все только... То же самое. Я не знаю, мы ли только одни, или остальные тоже, я не знаю. А как вы себе представляете вообще наше будущее ближайшее? Ничего хорошего. Никакого оптимизма? Нет. Я не знаю. Может быть, по Чехову, по-чеховски скажу, лет через 100. Но вот 100 лет назад Чехов устами своих персонажей в «Трех сестрах» это говорил, а ничего, в общем, так и не изменилось. Ну, Салтыков-Щедрин говорил другое, что если вы меня разбудите через 100 лет и спросите, что происходит в России, да, я отвечу, пьют и воруют. Ну, не знаю, вероятно. Но мне не думается, что... Мне кажется, это только следствие. Ну, а с человечеством что будет? Откуда же я знаю? Но все-таки по ощущению. Какое у вас ощущение? Это оптимистическое или трагическое? Я не знаю. Я мало знаю другие страны. Вот как вы считаете, русский путь, он реально существует, это или это выдумка? Да, про мое мнение, как сказать, русские дороги тоже, конечно, есть. Но мои студенты тоже будут предлагали мнение, что смотрите настоящие чистые русские фильмы. Потому что, чтобы понимать, еще больше глубокое мнение русский человек. Потому что сейчас я бы сказал мне что-то, как сказать, русская путь. Как я это... Извините, пожалуйста. Я очень хочу понимать глубоко ваш русский путь. Поэтому сегодня я приехал. А он существует, как вы считаете? Да, конечно. Существует. Да. Но действительно, я хочу через фильм, а я принимаю как ваше мнение про это. Вот вы пришли в киноклуб, да? Сегодня посмотреть фильм Сергея Васильевича Карандашова «Волок. Сны о дороге». А с чем вас привлек это событие, этот фильм? Ну, во-первых, здесь будет непосредственно режиссер. Всегда интересно знать, что не только то, что мы можем увидеть на экране, а что непосредственно сам режиссер хотел сказать, это всегда, ну, воодушевляюще, когда можно увидеть непосредственно создателя. Вот предполагается, что еще будет дискуссия о русском пути. Как вы считаете, существует вот русский специфический особый путь? Думаю, что у каждого народа свой путь. Поэтому, наверное, да, как и у любой другой страны. Ну вот как вы считаете, куда нас приведет наш русский путь? Надеюсь, к светлому будущему. Вы ощущаете будущее как светлое? Я оптимист. Оптимист. Но все-таки вот ваше ощущение, какое будущее ожидает человечество? Оно непростое, но я все-таки верю, что человек развивался все это время не просто так. И думаю, что у человека хватит сил для того, чтобы прийти к тому будущему, которое он действительно хочет. Какое он хочет, это от каждого человека зависит. Ну, известно, что вид Homo sapiens за прошедшие там 10 тысяч лет, он не развивается. Биологически мы не эволюционируем, а вот духовно, как вы считаете, у нас сейчас идет возрождение, ренессанс или деградация? Я думаю, что это не то и не другое. Это скорее видоизменение. То есть, а вот хорошее оно или плохое, прямо сейчас сказать, я думаю, во всяком случае, я не могу. Вы апокалипсис верите? Апокалипсис только есть рукотворный. Ну, и он возможен? Ну, если человечество захочет, то сможет создать его. Вот вы пришли в киноклуб Русско-христианской гуманитарной академии. А что вас заинтересовал этот фильм? Ну, нам интересно просто все-таки. «Волок. Сны о дороге». Да, именно. Вот предполагается дискуссия о русском пути. Существует? Мы хотим
Да. Существует специфический такой русский путь наш, отличный от всех остальных? Я думаю, да. Да. Меня заинтересовала одна особенность. Он покажет сегодня или нет. Значит, я частенько, мы из Саратова, а частенько бывал в Самаре. Там был филиал нашего института, он до сих пор. И вот там есть местечко тоже, где был организован этот Волок. Волга очень сильно Волга загибается. И вот чтобы ее, ну, укоротить тот самый в те времена. И там срезали. Да, срезали, перетаскивали вот это, все это грузовые лодки и так далее. Я, может, что-то услышу дополнительно. Просто тогда я особенно не придал значения, когда там бывал. Ну, слышал и слышал. Там даже, по-моему, есть поселок Волок, он называется. Вот так вот. Но это география. А если говорить так метафорически, существует ли такой особый путь России, цивилизационного развития? Я думаю, что это сыграло огромную роль. Огромную роль сыграло. Ведь если вспомнить, давайте, и тех из печенегов и так далее, вот из, или как его, из варягов, греки тоже самое, пути там были. Ну, все мы из истории помним, даже я не историк, я технарь. Но все-таки помним мы это, вот эти самые варяги, греки тоже самые, волоки были. Вот у нас, как говорится, в Самаре, правда, не придавалось особенно какого значения этого. Вот. Ну а вот камень-то тянули для Петра Первого. Ну, я думаю, что это сыграло определенную роль в истории. А куда нас приведет вот сегодня? На определенном этапе там это было. Послушаем. Мы пришли послушать и узнать. Как бы нам интересно расширить это. Вот это вот нам много лет, а все интересно. Вот говорят, со времен Петра Первого, что мы, в общем-то, свернули с такого нашего особого пути. И Петр Первый нас, вот, европейские реформы, разрушил нашу самость такую российскую. Вы согласны с этим? Я думаю, что нет. Как да. раз вы знаете, что вот самая суть-то интересна в чем? Он брал все самое важное. Общение людей вообще в мире. Общение религии, общение людей и так далее. Это обогащение. Согласен. Что-то знаете вы, что-то знаю я. Вот пообщались, да. Я ушел. Что-то. Да. Вот смысл-то в этом. Так и он. А в чем смысл жизни, по-вашему? Вот смысл вы сказали. В чем смысл жизни? Дочек. В чем смысл жизни, вы сказали? А смысл жизни-то? Смысл жизни надо что-то... Познание. Я считаю так, что, во-первых, надо обязательно... что-то сделать, частичку, дополнительно. Что-то жить делать пошла вперед. И что-то узнавать. В этом смысл жизни. А если не сделаешь это, ну... Мы идем вперед или вообще, как некоторые считают, будем по кругу? Я думаю, что... Вперед. Ну, если говорить о Ленине, что она жизнь идет по циклоне, там, значит, и расширяется выше. Вот. Она идет вперед, и все равно, как бы... Вот мы прожили уже долго, ему выражением. 80, а мне почти. Я согласен и вот с его выражением. Только что вперед. И выше идет, и шире идет. Конечно. Ну, естественно, такой, ну, как называется... Пример. Спасибо. Спасибо. Приветствуем, Сергей Васильевич Карандашов. Несколько слов скажу, которые в результате нескольких показов этого кино выявились ну, некоторые вопросы, которые возникают у зрителей. Ну, во-первых, многие люди и даже ну, как бы образованные люди не очень ясно себе представляет, что такое Волок. У нас фильм называется «Волоксная дорога», да? А вот Волок, просто объясню, вот здесь есть молодые совсем люди, да? Это место, где лодки и корабли перетаскивали по земле из бассейна одной реки в бассейн другой, да? Ну вот там еще одна река, у нее есть приток, максимально здесь другой соседней реки еще приток. Вот это место находилось, где совсем короткое расстояние, это специальные места такие находились, для того, чтобы, ну понятно, что тяжело тащить груженные ладьи, кочи, лодки, которые достигали до 19-26 метров, да, понимаете, их перетаскивать по суху очень тяжело, поэтому находилось минимальное расстояние между вот этими бассейнами рек. Они перетаскивались по притоку и в следующую реку. Вот это называлось «Волок». Еще, вы знаете, слово «сволочи», да, например, оно такое имеет негативный оттенок, но на самом деле
изначально это были люди, которые работали там на Волоке, они там собирались и помогали, и зарабатывали тем, просто на еду буквально, тем, что они помогали перетаскивать вот эти вот суда. То есть это фильм про сволочи? Нет, не совсем. Это фильм про настоящих мужчин. Вот, сразу вам скажу. Значит, еще один интересный момент. Вот эти настоящие мужчины, про которых кино, настоящие мужики, они собрались и решили пройти водно-волоковыми путями по рекам и вот этим волокам от Костромы до Салехарда. Это там, вот если это все вот так вот, практически почти 3000 километров. Да? И, ну, и условия были, в общем, ну, видите, не самые лучшие. Мы к этой экспедиции присоединились, и, да, и цель этой экспедиции была в чем? Чтобы найти как раз вот те самые места, которые были волоками вот на этом пути. Потому что они все, естественно, заброшены, давно никто никуда ничего не волочит, да, сволочи имеют уже совсем другой оттенок, другой смысл сейчас. И поэтому эти места, ну, просто... Они на карте не обозначены, и только есть названия, очень много названий, Волоколамск, вот со словом «Волок», да? И вот известно, что вот участники экспедиции, они знали, что вот этим маршрутом ходили много там веков, да, люди. И вот где конкретно они пересекали из одной из бассейна одной реки в другую, вот эти места, они неизвестны. И вот эти места как бы надо было найти. И найти там какие-то артефакты. Вот, это цель экспедиции. А мы присоединились в небольшом городке Тотьма, в Вологодской области. Ждали там экспедицию. И пока ждали, нам устроили экскурсии, мы узнали, что, вот, например, на гербе этого города Тотьма изображена чернобурая лисица. Но чернобурая лисица там абсолютно не водилась. А почему? Ну, потом здесь добывали, у нас тут купцы, говорят, они вообще там богатели страшно, добывают чернобурую лисицу. А где они ее добывали? Как вы думаете? Варианты ответа. В Сибири. В Сибири. Неправильно. Да? Грабили. А? Грабили. Нет, где? Где? Отбирали. Нет, нет, не отбирали, они ее добывали в природе, в живой природе, как охотники. Перекрашивали других. Нет. Тогда так было не обмануть. Так вот, ну, не буду тянуть, они ее добывали на Аляске. Вы представляете, что такое? Вот, ну это почти Вологда, почти Санкт-Петербург, да? Аляска. 17-18 век, огромные ладьи 19-метровые, груженные товаром, они добывали там, в итоге, ну не только они истребили в итоге эту лисицу, но они когда привозили ее и сдавали, они страшно богатели, и там очень много церквей красивых в Тотьме, вот купцы жертвовали на церкви. А вот, оказывается, вот этими самыми водно-волоковыми путями они... Вот шли в экспедицию на Аляску, ну там это вся экспедиция продолжалась года полтора-два иногда, и оттуда везли чернобурую лисицу. Железные дороги появились, там, у нас это звучит в фильме, но на всякий случай, там, в середине 19 века. И железные дороги, они все изменили, как бы весь ландшафт вообще передвижения. И саму географию, в том числе и историю. До этого были екатеринские тракты, там, с 18 века. А до этого люди как передвигались? Ну, когда не пешком, не на лошадях, а когда вот с товаром, как они передвигались? По территории нашей огромной страны. Вот этими водно-волоковыми путями. И то, что мы имеем такую географию, такую большую страну, там есть разные причины. Это в том числе то, что вот люди тысячелетия, фактически, уже тысячи лет больше, ходили туда, двигались, этот мир маг завоевал себе. Все до этого были связи, до этого все было нахожено. Понимаете, это там только какие-то уже устанавливались какие-то государственные, так сказать, образования.
А вообще люди общались и ходили, вот и благодаря географии нашей страны, которая вот так вот исполосована реками, как вы знаете, да, они текут с севера на юг, с юга на север, с запада на восток, Амур там, да, дальше, вот, вот так вот, вот такими вот путями люди шли, 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 доходили до Дальнего Востока, переправлялись в Америку, бывали Чернобурались. Вот что такое водно-волоковые пути. На самом деле, вот просто идейный вдохновитель экспедиции Василий Анатольевич Киреев, вы его увидите, он давно занимается вот этой вот историей с географией и очень интересно поворачивает или объясняет какие-то исторические факты, как, ну, с точки зрения именно вот как бы географии нашей страны. Вот, это я вам все объяснил. Рассказал, чтобы немножко привлечь к этому внимание, потому что многие просто этого не знают, но наше кино не об этом. Наше кино не об этом. Чтобы, условно говоря, попасть в это кино, знаете, надо просто отдаться течению. Вот это будет самый лучший способ смотрения. Ничего не угадывать, ничего там нет, а просто отдаться течению. Вот, желаю вам приятного просмотра. Исторической реконструкции. А я-то как раз как историк вижу, что это попытка реконструировать, пройти, и там местами, где они находят вот эти колеи, это и есть, собственно, ну, настоящая история. Это своего рода археология, то есть это попытка реконструкции того, как оно было, причем вживую. Неважно, что автор считает, что это было не так. Я это сейчас снова просмотрев, увидел. И для меня это принципиально важно. Ну, понимаете, нет, ну как бы есть символ, есть образ, да. А вот. И это, как мне кажется, что, ну, вот мы так предполагали, что за этим стоит что-то, что будет работать на протяжении кино. То есть кино — это же монтаж, да, там оно рождается в монтаже. И то, что у нас это как бы эти кадры стоят, и то, что они стоят в таком определенном порядке, и что хочу летать, ну, мальчик говорит, что я хочу летать. А ну, мотыльки эти, да, это муха, как ее называют, мы попали совершенно в удивительный там в то время, там всего два дня. Она вообще одна девка, она вот поднимается буквально такими вот огромными, ну, мириадами. Да, вот это, она вообще-то, они слепые, слепые мотыльки, они просто летят, доживают один день, потом умирают, да, и там рыба вся кормится. Прямо лопатами, что ли? И эти самые гребут там, да, приезжают местные, освещают, ставят свет машин, она идет на свет, и все, и они загребают это дело. Это вообще для рыбаков. Они потом в морозильнике, потом зимой на него. Да, это такая вот вещь. Вот, это как бы вот такая вот, ну, объяснение. Ну и там мальчик, который участвует с папой, приехал выбирать этих мотылей, эту муху. Вот, он там, наверное, фантазирует, мечтает, что-то говорит, да, по поводу «я хочу летать». Да. Вот это, ну, как бы реальность, да. А в пространстве там как бы кино, монтажа, я не знаю, мы, в общем,
так казалось, что это вызовет какие-то определенные ассоциации. Но мне, как мне, у меня это одна ассоциация, а вот как сказал Александр, каждый человек, вот сколько здесь людей, все смотрят свое кино. На самом деле, если вот такую машинку изобрести, какое кино увидел каждый из нас. Вы очень удивитесь, на самом деле, что будет вот там сколько, 40-50 фильмов. И они вот со своими смыслами абсолютно. Поэтому я не могу за вас ответить. На мой взгляд, если мы хотим узнать, что хотел вложить автор, это одно. А другое дело, есть произведения, которые я сам прочитываю, и я вкладываю в него свои смыслы. На мой взгляд, потрясающе. Опять же, да, Сергей пожелал нам в самом начале, да, вот пуститесь в путь вместе с камерой, да, и пройдите вот эти полтора часа пути. То, что я смотрел один, это был один эффект, это было несколько дней назад. То, что просмотрел сейчас, как бы, да, сопережив какими-то местами. Мне кажется, конечно, художник делает прием. Ну, то есть даже в пути оно было не совсем так. И вот этот вот топос с мотыльками, он же возникает в начале, дважды в середине, в финале фильма. Действительно так цепляет внимание, да? Потом, ну, конечно, сложно, я не знаю, правильно ли спрашивать режиссера, были ли там постановочные. Ну, конечно, были, правда. Постановочные кадры? Постановочные кадры. Ну вот, а как иначе, да? Вот движется, а где-то там, а камера вон там летит. Они же должны были там день подниматься, снимать. Вы думали, что мы с ними репетировали с мотыльками? Не с мотыльками, а вот с человеком. У нас не было возможности, они один день буквально поднимаются и все. Нет, как раз мотыльки — это потрясающий художественный код. То есть, казалось бы, да, это действительно такой природный момент. Но режиссер использует даже в документальном фильме это очень эффектно. Поэтому, если мы хотим узнать, почему мальчик спрашивал. Нет, там никаких постановщиков не было. Это реально мальчик так говорил, они собирались с отцом, вот это вот все. Мальчик говорил, отец ему отвечал. Никаких постановщиков там не было. Мы просто успевали, как могли, заснять. Mm-hmm. Потому что увидели это, сами совершенно обалдели от того, что происходило. Вот. А местные там все по деловому, все нормально. Для нас это экзотика. Они это каждый год приезжают и собирают. Это на их насущных лет. Сергей, вот эти вымершие деревни, это правда, что ли? Вот здесь есть художник замечательный, Леонид Карпов, с которым мы снимали, вот в том числе Дарк фильм, который, да, там, и Странник, да. А вот, Леня, видать, тебя расколоть надо. Ну, меня зовут Леонид Карпов, я художник-постановщик кино. С Сергеем мы отработали, как мы говорим, не одну картину, действительно так. И... Что? Микрофон в камеру работает только. Микрофон в камеру только. Один-один. Микрофон работает в камеру, записывается. Поэтому чуть-чуть громче говори. Сергей работал как и в постановочном кино, так и в документальном кино. И особенность работы как раз этого мастера заключается в том, что он ищет тяжелой судьбы всем, я бы сказал, съемочной группе и персонажам и прочее. Поэтому я так понимаю, что то, что мы увидели, это надо процентов. Сколько? Процентов 5 от всего того, что мы наснимали. В странике, конечно, нет эпизода, когда вы с Леней твоим, да, помощником, художником, они у нас должен был там купаться герой, там, а уже все замерзло, и художники на лодках с ледорубами они рубили этот лед для того, чтобы как-то мы смогли снять. Ну, в общем, я хочу сказать, что это стихия Сергея. Залезть в самое невозможное место и попытаться там снять кино. Поэтому я не удивлен, что вы добрались до Салехарда. Собственно, вот такая тайна, что чем сложнее, тем лучше. Вот. Что это за история с главным ведущим, вот с этим вождем, да, который организовал все это, который много курит и... Не хотел бы, чтобы жена знала об этом. Что это за история, когда вы возвращаетесь? То есть это превращается в что-то недосказанное, да, вот. Ну, как я прочитываю, допустим, вот есть движение, и он совершает, ну, то есть действительно событие совершается, да, то есть он проходит, он открывает то, что тысячелетия в русской истории
тащили это все волоком. Потом возвращается домой, и вот она, цивилизация, эти огни, машины, все прочее, да еще и арест, да, домашний арест. Вот что там оно случилось в жизни, или не можете сказать? Ведь здесь получается как некая такая недосказанность. Что-то там с 17-летней давностью. А что? Ну, опять же, есть просто реальность, да, что произошло. Сейчас на самом деле ситуация драматичная у Василия, потому что сейчас он в тюрьме. Да, сейчас он в тюрьме уже. Был приговор, но будет еще обжалование. А мы успели, правда, в Москве, до того, когда он был еще под домашним арестом, мы успели собрать там его друзей. Знаете, собрались вся такая техническая интеллигенция московского 70-х, 80-х, 90-х годов. Потрясающие люди совершенно. Он же тоже физик, работал в ней. А потом 90-е годы пришли, ну что делать? Семью надо кормить, они с друзьями решили организовать небольшой коммерческий банк. Ну и причем понятно, если вы посмотрите, есть такое, есть сайт «Русисконная», да? Вот, это Василия, собственно, его соратников сайт. И там видно, куда какие-то деньги, они на самом деле, они все время вкладывали в реконструкцию, в издание книг. А вот этот Осташков терем под Костромой, от которого началось движение этой экспедиции, это они, собственно, восстановили. Они все, ну, то есть то, что у них было, и привлекали другие средства, они в том числе вкладывали в культуру, восстановление культуры. И этим занимались. А вот, и понятно, что Василий тот человек, который никогда подумать вообще о том, чтобы он там какие-то чужие деньги взял или прочее, или не вернул. Но в 10-е годы эти все банки маленькие закрывали. И их активы передавали в большие. Ну, крупнение произошло. И получается, причем я вот сейчас был на фестивале в Екатеринбурге, и там был режиссер с Новосибирска, он говорит, что это типичная история. Вот у него со знакомым то же самое в Новосибирске произошло. То есть человека, у которого был маленький банк, и потом он отдал активы большой, если вот из этого большого банка там кто-то захочет его подцепить и даже посадить, это вообще практически ничего не стоит сделать. Потому что там, ну как бы, у тебя были там, ты кому-то кредиты выдавал, да, во времена, когда был твой банк, все было нормально, перешли кредиты туда, и потом кто-то не захотел отдавать деньги или еще что-то, и вина вся идет туда, обратно, что называется. Вот такой механизм, совершенно идиотский, но тем не менее, причем Василий, его жена замечательная Ирина, они вот на этом показе, перед судом, они вообще на 100% были уверены, что у них позиция железная абсолютно, что никто там ничего не будет. Нифига. Дали 3 года и 8 месяцев. А вот, ну вот будет апелляция, будем надеяться, что-то произойдет. Это вот то, что в жизни, да, вот. В реальности. Муху ловят. Ловят муху. А вот, как бы, это, конечно, не смешно. А вот. А в пространстве кино, ну, на мой взгляд, как здесь в фильме говорит Василий, да, в России от сумы, от тюрьмы не зарекайся, наши пословицы, они очень сильно аккумулируют опыт. Я спрашивал именно в кино, потому что суть-то такова. Опять же, любой художник, он может, это художник делает произведение, правда? И вы могли бы этот эпизод с возвращением вообще не вставать, согласитесь? Закончили бы финалом, доехали до Салехарда, Forever вас с камерой встречает, а вы для чего-то вот этот еще, ну скажем так, эпилог полудетективный, это тоже часть русского пути? Это тоже... Ну, не знаю. Вот, опять же, я не знаю, как это будет восприниматься, но, в принципе, ты когда идешь куда-то в дорогу, ведь... Ну, вот как рассказать об этой жажде пути, о жажде дорогу, как движение куда-то, которое двигало сотни лет людей, живущих на этой территории, она куда-то звала, они же там не знали, что они там найдут чернобурую лисицу, понимаете, вот кто-то из них. Потом уже вернулись, узнали. Но они же куда-то поперлись, понимаете. Вот эта вот жажда дороги,
которая живет, как мне кажется, а в людях и существует. Вот как об этом рассказать? Это вот, но дорога может обернуться совсем по-другому, не так, как ты предполагаешь. Она становится твоей судьбой на самом деле. И может произойти и вот такое. Спасибо. Никита, пожалуйста. Игорь, вопрос. Кто композитор? Игорь, студент-заочник, наш РХГ. Четвертый курс. Кто композитор? Вот расскажите о том, как создавалась музыка для вашего фильма. Спасибо. Да, замечательный у нас композитор Алексей Павлович Зубарев. Он соло-гитарист небезызвестной вам группы «Аквариум». А вот, но кроме этого он просто замечательный композитор и удивительный человек. Он такой все время в таких шелковых шляпах ходит, у него такие волосы. Он похож на гнома. Вот такого большого, доброго, замечательного гнома. И однажды он нас вот в «Страннике» просто выручил, потому что он, как композитор сначала другой, там писал долго музыку. Там их три, по-моему, указано. Сидел в Индии, что-то там делал, привез совершенно никуда. А нам там две недели до записи, и вот Леша пришел, мне там, когда я с ним познакомился, и он просто нас, он так сразу вошел как бы, в пространство фильма, он играл на пиле, просто пила, вот на моих глазах, на пиле, сделал тему фильма, понимаете, вдохнул жизнь. Ну и здесь мы тоже работали с Алексеем Павловичем, и, ну, как мне кажется, он как получилось, сложилась эта история. Какая дикая тоска вот ведет этих людей. Вот я чувствовал, я не знал еще, что один сядет в тюрьму. Это было чувство, вот по этому количеству выкуренного, а сколько выпитого. Я бывал в Салехарде. А сколько семечек съели? Ну вот это я не знаю, но вот просто сжигание такое. Вот это такое курение. И вот из столицы их гонят, это дичайшая тоска. Ну дичайшая тоска. Ну такое было впечатление, может быть, я... Там по-своему прочитываю текст, накладываю свою. Ну, на всяком там искусство, наверное, ценится по тем количествам ассоциаций, которые вызывают. Вот. А вот если, знаете, вот бывает так, вот «Война и мир» заканчивается 20-м годом, то он думает, а что будет с этими героями через 5 лет? А что будет с этими героями сейчас? Вот куда вот эти люди, хорошо умеющие стрелять, куда их там поволокут и в кого стрелять? И что будут делать вот эти московские инженеры сейчас? Это, конечно, было бы очень интересно. Я посмотрел бы продолжение. Вот. На самом деле, правда, первым делом я заметила прекрасную женщину, которая участвовала в съемке этого фильма. Мне бы хотелось, конечно, увидеть и встретить ее, послушать ее мнение по поводу этого, потому что, безусловно, это был очень тяжелый путь. И в первую очередь, мне кажется, это было про силу и про то, что выдержать это все. Я за свою жизнь была не очень часто в походах, и когда все-таки была, я поняла, что это была более лайтовая версия. И то, что я увидела, я прочувствовала полностью, поняла, что вряд ли бы я такое выдержала, но обязательно хотела бы поучаствовать в этом. То есть за это время я погрузилась в эту атмосферу, я познакомилась с этими людьми, и мне кажется, в основном отличие художественного кино и документального в том, что когда ты смотришь документальное, ты отдаешь себе отчет в том, что это реальные люди. После того, как вы рассказали про печальную историю главного ведущего, честно, очень так впечатление, ну не то чтобы от фильма, а это было как такое возвращение в реальную жизнь, что действительно в реальной жизни все не так. И фильм просто на этом фоне выглядит гораздо более насыщенным, и я думаю, я обязательно его пересмотрю, потому что когда ты будешь смотреть его второй раз, ты будешь отдавать себе отчет в том, что ты уже знаешь об этом. Ну и безумно благодарна тому, что вы приехали к нам, и у нас есть возможность посмотреть этот чудесный фильм и обсудить с вами его. И в лицо высказать. Спасибо. Спасибо большое. Что сколько зрителей, столько и видений. Вот я там никакой тоски не увидела, и сейчас объясню, почему. Я очень люблю русский север, я родилась и выросла в Вологде, кстати, слово «Вологда» от слова «Волог». И в каком-то уже довольно взрослом
состоянии попала в ту тьму, как-то приехала и влюбилась в нее навсегда. И для меня вот это абсолютно гениальное попадание вот в русский стиль, ну вот как я его вижу, как я его знаю. Я еще в возрасте 5 лет с моим двоюродным братом ловила рыбу на реке Шексне. И я никогда не забуду рассветы, которые вот там были в тот момент. И я, правда, много где была и каких-нибудь там Андах видела весну, но ничего более красивого, чем русский север, для меня вот нет. И это абсолютно вот такое сердце сердцу, можно так выразиться. И поэтому там я не вижу тоски. Там просто наш русский север, который можно любить всем сердцем, и можно любоваться им. Я вот, для меня сегодня была нечаянная радость, я совсем не знала про этот Сережин фильм, и то, что я сегодня увидела, это такое вот счастье. Вот, я не знаю, где там Моби Дик, он, в общем, как-то, ну да, но это вот как раз ассоциация, вот как видят по-разному люди, вот я увидела так. И благодарю Сережу, и да, там действительно вот такие села, брошенная совершенно, и это действительно часть нашей жизни, и вот эта дорога абсолютно гениальная, и вот, не знаю, по-моему, просто здорово. Для нас это тоже было, в общем, ну такое, очень-очень погружение, которое ты переживаешь, ну, как бы, тактильно, это можно почувствовать, только я думаю, что с экрана здесь мало что еще и увидишь, и почувствуешь. Мы можем только маленькую часть, да, как платоновские тени это в пещере, да, вот это вот все. На самом деле это надо, конечно, туда надо ехать, там надо жить, там надо видеть, да, да. Вот Леня там много где побывал, да. Какая там рыба, кстати, Таймень, да? Хариус, что-то. Ну, то Хариуса нет, не было, но Таймень был, да. А с кем-то... Надо досталось Хариуса, да. С кем-то после этого из экспедиции вот с этими мужчинами встречались? Продолжаете? Да, нет, мы продолжаем, мы встречаемся, мы общаемся. Ну, ребята якуты, они в Якутии. 2 года прошло, да? Они в Якутии, да. А с этими, с местными мы общаемся. Ну, они в Москве в основном, поэтому так. Ну, не часто, но переписываемся. А вот с Василием, конечно, ну, как бы плотнее общались, но ввиду вот этой вот ситуации, да, ну, там еще друзья силы. Разрешится. Дай Бог. Я вот смотрел фильм, и у меня был вопрос такой, возник. Снимал-то кто основной оператор, что работу делал в этой ситуации? Ты, ну наверное? Вот за кадром была как раз прекрасная дама была за кадром. Она снимала? Замечательный оператор этого фильма Марина Левашова. Она сейчас, я говорю, не здесь, потому что она на съемках, а она снимает кино про лосих. Вот. Есть, короче, заповедник, ну такой питомник лосих, где ну, в общем, лосихи там производят лосиное молоко. Вот. Что это и как, я толком не знаю, но приедет, расскажет. Вот она там. Но здесь она, конечно, то есть, ну просто у нее была очень хорошая подготовка, она с детства вот, во всяких походах туристических, по рекам и прочее. Ну, если бы не это, то, конечно, я не знаю, сдюжила бы она или нет, но ей было очень тяжело. Но при этом она вот смогла все это пройти и все это вот так вот замечательно показать. И это она на поле танцует, да? Да. Ну, я заметил, что там вроде же материал не с одной камеры, да? Там же нет, конечно, там еще Алекс, ну, телефонов, круг студия там же была, все это было. Они тоже снимали. Ну, это так делается, да? И так тоже делается. То есть это там материал, там, я так понял, из каких-то... Ну, а основной материал это вот с камеры Марины, да. И в связи с этим вопрос такой. Как вообще это бывает? Я понимаю, что такая экспедиция, она связана с трудом ежедневным, достаточно таким физическим. Ну, то есть это же там же нет туристов. Нет. Туристов отдыхающих. У каждого свои обязанности. Мы тоже все таскали. И вот как построена работа человека с камерой. То есть его освобождают от всей рутины, от всех усилий, вот только ходит и снимает, да, все время. Или у него тоже был какой-то свой
рюкзак-груз, свои обязанности, там, нет, моряка, как это делать свой, в такой ситуации, не в общем кино, а вот, ну, это с экстримом. Да, да. Вот ей, например, ну, все идут, напряглись такие, да, там, кто-то там уже тонет, а ей хочется себя снять и выключиться из общей работы, да, она имеет на это право, да, то есть раз так случится, снимать. Да? Ну как это делается? Скажи, наверное, это кому-то тоже интересно. Нет, у нас была проблема в том, что у нас даже звукооператора не было, потому что только два места, и то нам дали. Мы присоединились к экспедиции, и ребята поначалу нас как бы не принимали. Это их спонсировало Русское географическое общество, и мы от Русского географического общества там туда попали. То есть они бы нас с собой не взяли. Мы им нафиг не нужны, зачем? Лишний балласт только в такой истории. А вот, и только потом, кстати, благодаря Марине, потому что она исключительно обаятельная, потом она все умеет, она прекрасно готовить, там, кормить стала, и, естественно, нашла тут же путь к сердцам нашей команды. А вот, и благодаря этому нас как-то, в общем, на самом деле приняли, но еще благодаря тому, что, ну, я вот тоже не отлынивал, я все таскал, все, что надо, передвигал, тащил, там, все обязанности делал. У Марины была, конечно, и это понимали участники экспедиции, что у нее была такая некоторая изолированность, некоторая от общих работ, ну, потому что она девушка, это раз, это как бы нормально, а на нее тяжести не валили, а во-вторых, все понимали, что делается фильм, и что она, это ее работа, и она должна это делать. Да. Вот здесь был такой эпизод, когда человек упал в воду. Все так снимают его и смотрят, как он выберется такой, да, там. Он так, у него не получается явно. Ну, кажется, что вот когда человек упал с лодки, да, всегда же там бросить камеру и идти его вынимать, да. Вот вы смотрите, как он выбирается, выкарабкивается. Сколько вообще можно смотреть, как человек выкарабкивается? Вообще, как это, существует ли у документалистов такая вот этическая какая-то, когда он уже там булькать начинает, выпускать последний воздух, или же, ну понимаешь, это вопрос. Немножко, конечно, его, ну, как конечно, бы немножко передавливают. Там целый фильм она сняла про героя, там ролик пошел про воспоминания, там, вот и что спасать. Это уже классно. Классно, что человек уже, да, человек уже там, где-то на дне. Поэтому, ну, тут есть маленькая хитрость. Ну, извини, перебью, да. Можно? Ну, вот я просто почему? Я помню, была такая история, когда где-то в Африке там, ну, оператор снимает умирающего ребенка, да, и потом к нему были вопросы, пойдет, его же надо накормить, да, там сразу же, да, а он его ничего не, ну, просто он снимает и снимает, да, мухи по нему, то есть вот такая. Нет, я понимаю, да. Кстати, хороший очень фильм «Кровный брат». Посмотрите, если найдете, там как раз начинается с таких вот. Там в Индии спасают как бы волонтеры, вот таких вот, там тоже это, дети, тоже мухи ползают. То есть отстраненность оператора от действительности. Есть этот момент, но к нашему, ну скажем так, с такой остротой этот здесь вариант не стоял. Если бы вы внимательно смотрели не первый раз, вы бы увидели, что у Василия, когда он как бы утонул, когда он потом выныривает, как бы выныривает, у него волосы сухие. Да, это называется монтаж. Конечно, если бы он реально тонул, она бы, конечно, там бросила камеру. Она одна была там, они в лодке вдвоем были, никого рядом не было. А вот, и меня тоже не было. Вот, и она просто запечатлела этот момент, а мы потом так все смонтировали, так, чтобы вы переживали. Вот, потому что важное сопереживание. Надо добиваться не умствования, не отгадывания кроссвордов. А нужно, как я говорю, вот если вы в течение, вы нырнули в эту реку и плывете, и тогда вы самое большое получите от фильма во всех отношениях. А вот, потому что разгадывать кроссворды — это немножко другая история, это не про наше кино. Вот. А по поводу того, что вот этой концовки, я уже вопросы закончились, просто уж, раз уж пошло обсуждение этого, надо было или нет вот про эту тюрьму, мое кино было, вот,
говорю, каждое свое. А мое кино сложилось так, что у этого фильма был главный герой, на мой взгляд. В общем-то, этот Василий, по-моему, на мой взгляд. И для того, чтобы, собственно, сложился образ этого человека, я про себя его назвал, человека-авантюриста по жизни, это было вообще обязательно, по-моему, про эту тюрьму. Ну, такой человек. Он же сам говорит, я то рабочий, то директор банка, то путешественник, то еще не, то завтра космонавт, после как отсижу, там еще что-нибудь придумаю. То есть это такие люди, у которых, извините, шило жито. Они про это, да. Они не скрывают этого. Ну, я, у костра говорят. Да, сами. Это вот такой человек. Я снова, Виктория, снова с первого курса. Там был момент в фильме про браконьеров. Честно, я сначала не совсем поняла, что это за люди, но вот когда произошел этот закадровый разговор, где операторка у вас спрашивает, я правильно поняла, что она у вас спрашивала? Меня окутал какой-то страх. Я, честно, о браконьерах я только слышала, я даже представить не могла, что вот это люди, которые могут оказаться перед нами. Расскажите, что вы чувствовали, почему вы приняли решение снимать дальше? Еще меня тоже интересует, чем именно занимались эти браконьеры, и я так понимаю, чем-то связано с рыбой. Дело в том, что в данном случае вообще у нас с сетями как бы ловить запрещено. И это браконьерство считается. А они вот, ну они так вот выживают и так живут. У нас же сами понимаете, то есть законы одни, а человек живет рядом с этими законами по-другому. А вот, это тоже особенность как бы нашей жизни. А вот, и особенно ведь как Север-то осваивался? Кем? Север осваивался людьми, которые убегали от власти. Они туда убегали просто на самом деле, реально. Большинство, вот, ну, кто-то уходил в скиты, это были там другая часть, да. А кто-то реально бежал просто от налогов, от невозможности жизни, от поборов. А вот, и таким образом наш Север осваивался. А вот, и это вечная, тоже вечная наша история. Ну, и не только наша, на самом деле. А вот, как верно замечено. А вот, поэтому там это люди, ну, ну, они не это, не динозавры, они не страшные. Ну, такие же люди, как вот те, кто здесь в зале. Если бы мы там оказались в этой ситуации, что надо чем-то кормить семью, а других вариантов нету, ну, тоже бы, наверное, стали браконьерами. Но, конечно, им было не очень, наверное, приятно, что мы снимаем. А вот, и мог быть инцидент. Ну, собственно, мы так просто за... Марина просто опасалась за аппаратуру. Мне посчастливилось 9 лет поработать в Институте кино и телевидения с выдающимся режиссером советским документальным Виктором Федоровичем Семенюком. Да, замечательно. Вот, и это, можно сказать, мой киноучитель. Я как театральный режиссер тренировал в том числе и документальных режиссеров, актерское мастерство режиссура. Вот, блистательная операторская работа, блистательная. Просто с точки зрения художественно-постановочной, красивая картинка, то есть вообще ничего не убавить, не прибавить, красоты. Все красоты, которые были, да. Они еще более красивые, чем мы. Это, без камеры это не так красиво, как то, что в камере. Замечательно. Mm-hmm. Вот с точки зрения режиссуры, тут есть проблемы, которые связаны, во-первых, с тем, что фильм невероятно большой. Вот он по объему большой. Вот Виктор Федорович Семенюк, он говорил, что у документального кино три формата. Маленький, средний, большой. И крупный. Вот маленький — 3 минуты, средний — 12 минут. Mm-hmm. Крупный — 20, до 25 минут, 25 это уже впритык. С чем это связано? С тем, что вот с точки зрения психологии, документальное кино, вне, скажем так, жесткого сюжета, вне сквозного действия, человеческий мозг в состоянии не терять внимания максимум вот эти 24-25 минут. После этого человек плывет. Вот вы очень хорошо сказали в начале, что это как бы в поток, погрузиться в поток. А поток не безграничен. Я сам, при том, что мне невероятно было интересно, чувствовал, проваливаешься, потом выныриваешь. Как в эти путешествия, в эти проваливаешься, выныриваешь, глоток туда. Я в этом... у вас там невероятное количество каких-то бриллиантиков. То, что могло бы как бы стать основой для небольшого фильма, там, на 20 минут. Я бы, честно говоря, этот разрезал на 4 части, сделал как бы
который вот отдельно как-то. Там у вас материалов вагон. Фильм очень современный. Во-первых, сама тема. Для меня это был фильм не про то, что не про путешествия, не про познание неведомых стран, а про брошенность. Помните ключевая фраза? Деревня. Я там один, пришли пьяные МЧСники, сожгли все. Спускаемся в метро, видим большую надпись: «Своих не бросаем». Так это фильм о том, что не то, что своих бросают, свою страну, эти гигантские территории брошенные, люди брошенные, никому не нужные. Бредешь, как было в 15 веке, так и сейчас. Все. Потом вторая метафора, которая могла бы сработать, это по поводу браслета и домашнего ареста. Сейчас мы в ситуации санкций, вообще всего этого, вся страна находится как бы под домашним арестом. Вот ощутите это, вот тоже такая метафора. Потом у вас там один герой с фамилией Ной. Обиграть вообще абсолютно Ноев в ковчег и все остальное. То есть мысли, у вас столько всего. Но это еще связано с тем, что режиссер и оператор находятся вместе. Обычно оператор тут, а режиссер отступает. Как-то немножко смотрит на стороны. А вам это все знает, что вы в этом всем варились. И тут есть и колоссальные плюсы, ну и опять же, все равно. Но то, что фильм сколько идет? Час? 28. Час 28. Вот, но в любом случае, я все-таки, хоть я проваливался, но все-таки в конце вынырнул, и уже в конце плыл и доплыл до самого финала с удовольствием. Ура. Спасибо вам большое. Царь Николай II Кристины Белинский, это тоже коллекционер, Бога считать. А сейчас, может быть, дефект, нужен еще медалит. Путин-то ведь не знает, чего не разбирается, хорошо? Мне кажется, что можно было бы эпизод с поисками вот этого волока, когда они по лесу бродят, да, это же минут там 5, наверное, длится. Впечатляет, но можно было бы драматизировать, музыкально усилить, напрячь, чуть-чуть раскрутить, чтобы было в финале так, вот оно дорога, оно вроде бы есть, да? Они радуются, они поздравляют друг друга, но надо бы было, и вот если бы таких эффектов находок было побольше, и вот мой вопрос, а их было, были несколько, то есть ведь не только водой шли, а вот эти вот находки пути, которые мог быть тем древним путем, были в экспедиции? Да, но вот экспедиция же была для этого сделана, поэтому эти находки были. Да. Ну, не только на этом месте, где показано в кино, а были и другие. Но тогда это был бы другой фильм. Я другом. Да. И еще один вопрос. Может быть, опять же, как вот историкам, ну и аудитории будет интересно. Вопрос историка, скажем так. Василий, главный герой, говорит, что, и вы процитировали в начале, да, вот там 200 с небольшим лет прошло со времени Екатерины, да, до этого 150 лет, ну, скоро будет 200 лет, железным дорогам, а до этого тысячелетия таскали. По времени получалось вот в истории, вы же тоже, наверное, как-то говорили об этом, проходя, и здесь оговаривается, да, что вот мы с бензином, с моторами примерно то же самое время тратим. Вот по времени сколько на это уходило? Где-то там проскользнуло, или вы это произнесли, год-полтора. Вот что, то есть это какие-то колоссы. А с другой стороны, Василий говорит тоже вот о двух неделях этого пути. Можете что-то сказать? Я говорил в реальной истории. Год-полтора это я говорил про путешествие на Аляску. Угу. Из Токио на Аляску. Да? Ну, понимаете, что куда, там еще надо ее добыть, эту лисицу, а потом еще вернуться с ней. Да? Ну и там и разлив рек, и различные там, ну как, понимаете, сколько чехов ехал в конце 19 века на Сахалин. Тоже вот это, хотя да, при этом уже были какие-то, ну, другие средства передвижения, да, и дороги уже были. А вот и конец 19 века.
А вот как пример, за какое время они шли? Вот это Сибирский тракт, это определенный участок дороги, вот этой вот дороги именно туда, на восток. И в предыдущую экспедицию они прошли за 2 недели тот отрезок, который в 19 веке, в 70-х годах 19 века, прошли быстрее, без моторов, а просто вот на этих вот водно-волоконных путях. То есть люди были такие, что они могли, понимаете, это была профессия, это надо, это было, было все уже отлажено, веками отлажено, ходить, как ходить. Вот. Я не могу сказать там конкретно, как и кто, и на какое расстояние ходил, я не знаю, но тем не менее ходили очень ходко. И это было все отработано, и те же волоки были отработаны. Ну, спасибо большое. Мне кажется, что этот фильм, ну, собственно, женщин, много женщин и неуместно. Вообще удивительно, что женщина-оператор, но этот фильм про героев. Этот фильм про настоящих мужчин, с чего и вы начали свое вступление. Этот фильм о тех, которые собрались и прошли, и совершили что-то, ну, скажем, невероятное, да, вот, доказав, реконструировав. Давайте еще раз, друзья, поблагодарим. Ну и организаторов, и нашего гостя. Этих героев, и этих героев,